В этом видео я бы хотел вам представить ту информацию, которая представлена на странице видеокурса по синтезатору Spire. В общем, для тех, кто не очень любит все это читать. Итак, что же такое Spire? Это один из новых синтезаторов, который стремительно завоевал мир электронной музыки и уже известен всем, кто занимается ее созданием. При создании этого синтезатора компания Reveal Sound хотела доказать, что звук музыкальных синтезаторов может быть высококачественным. Что, в общем-то, им и удалось. Spire — это синтезатор, которым пользуется огромное количество известных музыкантов всех стилей и направлений музыки. Перечислять множество имен нет смысла. Для примера, это такие гиганты музыкальной индустрии, как Армин Ван Бьюрен, Хардвелл, Даш Берлин, Дада Лайф и многие-многие другие. Все их отзывы вы можете найти на официальном сайте Reveal Sound. Все потому, что синтезатор дает отличное высококачественное звучание и характер современной идеи музыки. Все это помогло синтезатору Spire завоевать мировую известность. Что немаловажно, к данному синтезатору уже существует огромное количество очень качественных звуков, которые очень хорошо впишутся в вашу музыку. Останется придумать только главную мелодию. С помощью этого синтезатора создаются современные хиты EDM. То есть, прослушивая музыку тех авторов, которых я только что назвал, знайте, что в новых их творениях с очень большой вероятностью использовался именно этот синтезатор. Что же даст вам курс изучения синтезатора Spire? Это ясность и понимание параметров синтезатора. В курсе очень наглядно показано, как работает и на что влияют все ручки и кнопки. В вашей власти окажется инструмент, который используют очень многие звезды электронной музыки. Нет ни одного электронного музыканта, кто бы не знал про этот синтезатор. Вы сможете легко получать звуки треков, которые находятся в верхних списках топов. Причем сделать их в этом синтезаторе очень быстро, благодаря интуитивному интерфейсу. Теперь, садясь писать музыку, вы не будете крутить наугад и гадать, на что же влияет определенный параметр. Посмотрев данный видеокурс, вы получите понимание инструмента, с помощью которого создаются хиты, и вы сможете реализовать свой творческий потенциал в максимальной степени. Таким образом, ваша музыка начнет выделяться из общей массы музыкантов. Верное и последовательное понимание всех функций синтезатора. Они объяснены подробно и наглядно. Вам откроются новые возможности синтеза. Это 100% даст новый творческий толчок. Что касается содержания курса. Сам курс состоит из 29 видеоуроков общей продолжительностью 5 часов, в ходе которых я доходчиво и понятно объясняю функции синтезатора, необходимые для успешного и комфортного создания собственных звуков. Все объясняется и показывается подробно, и последовательно у вас не останется вопросов, что означает какой-либо параметр синтезатора. С полным списком видеоуроков вы можете ознакомиться на этой странице ниже этого видео. Также на этой странице ниже вы можете ознакомиться с отзывами об этом видеокурсе тех людей, кто его уже посмотрел. Ну и немного обо мне, то есть об авторе курса. Я тот самый человек, кому однажды пришла в голову идея создать большой обучающий проект с множеством бесплатных курсов, уроков и статей по работе со звуком. То есть это wikisound.org. Также у проекта имеется собственный канал на YouTube. На нем представлено множество моих бесплатных курсов и отдельных видеоуроков. Я уже сделал множество видеоуроков и видеокурсов по различным синтезаторам. Перевел множество различных руководств по еще большему количеству синтезаторов. И поэтому могу доходчиво и понятно показать все возможности и функции синтезатора Spire. Вот, в общем-то, и вся информация. Приобрести курс можно на этой же странице ниже. Всем спасибо за внимание. И до встречи в видеокурсе.